Сегодня, 7 мая, в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. На церемонии официального вступления Владимира Путина в должность президента России присутствовали депутаты и сенаторы, судьи Конституционного суда, губернаторский корпус, политики, представители бизнеса, политические, общественные, религиозные и культурные деятели. В числе приглашенных глава Чувашии Михаил Игнатьев, доверенные лица Владимира Путина на выборах 18 марта Владимир Иванов, Елена Барсукова, Николай Казаков.